Продолжаем возводить центральную стену. Друг пришел. Все, дальше не иди, здесь мягко. Местный тут деревенский к моему ходит в гости. Ничейный песель ходит, подкармливают его люди. Откуда он взялся? Такого мелкого вряд ли могли выгнать. Ест мало, даже породистый. Если кто с Полоцка Новополоцк, какому собачонок надо, взрослый ему лет на вид 5-6. Маленький, глазки добрые, не лает, не кусает. Могу привезти, захватить, отвезти кому надо. Мне своего коня много. Ну, немного. Ну, короче, второй песель мне точно не надо. У меня двое котов, собака одна. Так бы можно было взять, но как бы уже многовато живности.